Всем добрый вечер. Недавно я смотрел новости, узнал, там в Новосибирске, в Академгородке нашли какой-то грибной или ведьмин круг какой-то. Я вот, пошли сейчас собирать грибы, я увидел, вот смотри, это что такое происходит, да? У меня даже страх такой, говорю, давай говорю, сейчас вот посмотрим. Смотри, вот так идет, получается, стоечек вот так садил, вот он. Иду вот так вот грибы идет, смотри. Что за грибы такие? Именно круг, интересно, да. Кто их так посадил? Там уже все это не заканчивается. О, и вот что, смотри, круг. Вот он заканчивается, круг, и круг меня приводит к подберезовику. Ну, подберезовик я, конечно, беру. Давай, дружок, пойдем со мной. Да. Вот такой у нас круг. Круг, не знаю, может быть, еще где-то найдем. Что-то большой это круг сильно. Сегодня 14, нет, сегодня 16 сентября. Когда попадаешь в этот круг, обычно забываешь числа. Он... Поэтому быстро выходим из этого. Грибы такие. Вот, и он здесь, вот по следам грибов. Смотри-ка, а? У нас даже такие интересные паранормальные явления бывают. И вот этот круг, к примеру, вот он здесь заканчивается, он вот туда так идет. И туда. Да? Чищобе дальше продолжается. Невероятно. Мы идем дальше. Я испугался, думал, это страшно большой паук, но это вот, смотрите, такое страшное большое корневище вырвало дерево. Паранормальные явления продолжаются. Просто, это, видать, даже там какая-то пещера, наверное. Я думаю, лучше туда не приближаться. И даже... Мама дорогая, смотри, мы нашли какие-то невероятные опята. И вот с ними вот эти вот маленькие грибы, как в аватаре. Волшебные вместе. И эти опята какие-то они масляные. Видишь? А может это вода? Нет? Не знаю, я даже прикасаться боюсь. Короче, мы а вот он, корень опять, с собой брать не будем. Это корень. Какой-то вообще ничего себе страшного. Как вот так вот вырывает их. Ну. Вон она лежит. Да, переросшая опять это, однако. Вот такой вот у нас лес. Валежник на валежнике. Тут тоже какие-то грибы. А, нет, это нет, они еще не они пыльные. Еще не высохли. Пришли на могилки. На этом мы заканчиваем наш ролик. Вот так вот.